Шутки сегодня не здоровались, наверное, с вами. Сейчас мы быстренько это все пройдем сейчас. Подождите. Я хочу пригласить на эту сцену представителей мотоклуба «Церберус», оргкомитет сегодняшнего фестиваля. Под ваши аплодисменты, ребята! Они трое суток здесь на ногах для не вас, спят. Для вас все эти дни вот эти люди делают полный газ. Нету, еще нет людей. Не все. Сколько человек? Это от души идет, ребята! Значит, полный... Подожди. Не все. Шема нету. Подожди. Ну, Шем, как всегда, на посту. Ну, где он есть? Дядюшка Шем, где ты? Я вот не вижу, мне вот в лицо светит вот этим. Я хочу... Извиняюсь, Михалыч, я хочу кое-что добавить. Я знаю, где Шем. Маша! Маша далеко. Вот она, легенда дорог. Где Маша? Машенька, иди к нам, иди. Вот она, красавица, хранительница шемовского очага, семейного, вот она. Вот она, подарила ему двоих детей, прекрасную байкерскую жизнь. Она помогает нам на фестивале также. Без нее мы не мы просто. Это, ребята, это вот оргкомитет фестиваля, мотоклуб «Церберус». Маша, днем рождения тебе. Днем рождения! Днем рождения! Игорь Шем, комендант лагеря «Полный газ». Владос. Реклама и прочие дела. Макс, то же самое. Медведь. Бессменный наш водитель. И прочие дела тоже делает у нас. Ногу мне не отдавливай. Казначей Ваня Маньяк. Ваня Че. И Леха Королев. Король. Эти ребята для вас делают мотофестиваль «Полный газ». Поэтому я хочу еще раз и всех поблагодарить. Мы будем продолжать это делать, пока у нас будут силы. Короче, если что, обращайтесь к людям. Молодцы! Все. Полный газ! Десять лет! Еще раз аплодисменты! Клуб «Церберус»! «Полный газ»!